4 марта. Распаковочку сделаем для Игоря, город Сочи. Вскрывать будем, проверять, соответственно. Нобель Чес Айкон, цвет антрацит, тканевая моделька. Ну, южный регион, соответственно, лучше, конечно, взять тогда тканевую моделечку. Так как кожа все-таки чуть-чуть жарит, когда снаружи температура свыше 30 градусов, а на ткани будет не так жарко и душно сидеть, не так утомительно. Значит, кресло абсолютно новое, абсолютно запечатано, самая крайняя ревизия. Моделька, коротко так о модельке. Это мое любимое кресло, я на нем, мое рабочее, на нем сижу уже очень давно, очень нравится. Привлекло оно меня своей анатомической спинкой, которая повторяет изгиб позвоночника слегка с той точки зрения, чтобы не навреди. Эргономика спинки неизменяемая, она плотная, позвоночник на нем расправляется. Также сиденье плотное, ну, можно сказать, твердое. Не так утомительно сидеть целыми днями за компьютером. А я сижу здесь, бывает, целыми днями за компьютером. 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. То есть Nobel Chairs, айкончик. По моему мнению, это самое лучшее кресло. Благодаря своей эргономике, благодаря своей спинке, благодаря своим функциональным настройкам. Угол подлокотнички вот, с косой направляющей, можно менять местами. И вся подошва подлокотника, по умолчанию она стоит тут. А если поменять местами, то вот она стоит ближе к спинке. Какие варианты выбрать, это можете дома все проэкспериментировать. Все несложно делается, он все на болтах. Мультиблок, газлифт, пятилучи, все это там безупречное. Угол наклона 135 градусов. Главное, правильно взаимодействуем с углом наклона. Поднимаем рычаг вверх, без всяких хрустов. Подняли вверх, потом только надавили спиной на спинку. Где нужно, рычаг опустили, он сам сейчас защелкнется. Это очень важно. Поднимаем рычаг до конца, и никаких хрустов не должно быть. А чтобы этого не было, спинка должна быть без нагрузки. Так, ну, давайте переходим к распаковочке. Отгружаем компанию SDEC. Всегда надо указывать адрес пункта выдачи SDEC, ближайший к вашему адресу. Или где удобнее будет его забирать кресло. Еще одна, чтобы пункт выдачи работал с грузом свыше 30 кг, так как кресло 30-ку весит. Так, там упаковано с завода. Обязательно мы просматриваем все коробочки, которые отгружаются с нашего магазина, неважно, в регион, по Санкт-Петербургу. Проверять обязательно нужно, потому что это все дело едет в Китае. А сейчас логистика через третьи-четвертые страны. Что там, куда там и как там его грузили, разгружали, перегружали. Обязательно надо смотреть. Но пакеты мы не снимаем. Пакеты снимать не буду. Вот все, в принципе, все сразу видно. Ну, через пакет. Нобель – это премиум-сегмент. Никто так на нашем рынке, никаких кресел нету, которые дотягивают до премиум-сегмента. Что это значит, премиум-сегмент? Это значит, что строчки, строчка к строчке. Все зеркально, все красиво, нигде ничего не криво, не завалено. Ну, кроме значка, потому что это значок крепится случайным способом. Вот как накренет его компьютер, так он и прикрепится. Я думаю, это их фишечка такая. То есть все идеально, начиная от сварочных работ, внутри каркас варит роботы, заканчивают этой отшивочкой. Вот. Видите, какие сложные здесь места. Кожа, очень трудно с ней работать, она толстая. Видите, как все красиво и ровно. Nobel Chairs отличается от всех других. Это, во-первых, эргономикой классной, лучшей эргономикой. И, во-вторых, это вот отделкой, внешней визуальной отделкой обивок. Ну и также используют самые лучшие механизмы, самые лучшие материалы. И еще раз повторюсь, самую лучшую эргономику. Так, подушки для головы, валик под спину, все это в комплекте идет. Пятилучья алюминиевая прямая, самые надежные, прочные пятилучья.
Так, инструкция. Все стандарты европейские, американские. Значки изучаем, так сидеть не стоит. Гарантия 12 месяцев. Хранить нашу бумажку с нашей печатью обязательно. Так, смотрим на подлокотники. Не забываем, что подлокотники косые. Их можно менять местами. Какую позицию выбрать, уже выберите сами. Так. Так. Сиденье. Угол наклона закаленный. Помним про правила взаимодействия с углом наклона. Заглянем, конечно же, в эту же коробочку. По наличию. Ключики, болтики. Декоративные накладки. Так, флажок для управления мультиблоком. Раз. Два. Газлив 4 класса. Колеса. Пыльник. Все. Хорошо. Мультиблок. Механизм. Очень прочный, очень устойчивый к натискам пользователя. Мы считаем также одни из самых лучших механизмов. Мы работаем с ними очень давно. Вот. Вот это дата производства именно вот этой детали. 23.11. То есть самое-самое горячее. Остыть не успело. Значит, еще у нас по углу наклона. Так как модель уже 24-го года, можно сказать. Угол наклона у нее на предохранителе. Вот здесь колодец, вот он. Там стоит болт. То есть не работает угол наклона, пока вы не выкрутите этот предохранитель. Поставили его, ну, поставили кресло на пятилучье. Прикрутили, просто наживили болтики, не затягивая на спинку, так как оно есть. Вот только потом выкручиваем этот болт предохранительный, убираем его, выпрямляем спинку 90 градусов. И продолжаем, и заканчиваем, окончательно собираем, затягиваем спинку. Вот как-то так. Ну, можно делать оплату. Сегодня произведете оплату, завтра мы уже его отгрузим. А мне осталось его приготовить транспортировки, уложить все красиво и еще визуально проверить.